Меня все зовут дядя Гарри. Имя меня Хари, фамилия Клявинч. Понятно было? Да. Ну, мне сегодня исполняется 86 лет, 1 месяц и 15 дней. Окей. Бодро выглядите? Ну, бодро я выгляжу, потому что начал пить эту ионизированную воду. Почему? Потому что где-то в 2008 году, когда я окончил свою трудовую деятельность, начал, значит, испытывать такое неприятное явление, как простата. Простатит. Но это простата, это то, что, значит, ночью надо вставать 3-4 раза, писать. Но это очень неудобно. Притом я начал ходить по врачам, пил английские таблетки всякие, которые стоили тогда 20 лат пачка на месяц. А врачи мне предупредили, надо делать операцию. Это уже рак простаты. Но я, конечно, растерялся. Я не знаю, жизнь стала, в принципе, невозможной. Но потом я, значит, в своей любимой газете смотрю, значит, такое чудо. На Стырна 12 с Академии здоровья. Там послушал эти лекции. Пил там эту воду, брал. Но у меня аппарата не было. Вот. А когда... Там, значит, лекторы, значит, или выступающие убедили, что это помогает почти от всех болезней вода. Я вот приобрел первый агрегат, который у меня на кухне стоит, и начал пить эту воду. Конечно, много ошибок было. Но сначала я не знал. Я первые 2-3 месяца не почувствовал никаких изменений. Так и плохо было, значит, продолжал, значит, утром выпил чай, пошел в город, все деньги отдал, значит, на платные туалеты. И вернулся домой ни с чем. Оказывается, надо знать, как эту воду пить. Ну и начал читать всякую литературу, набралась целая библиотека. В принципе, за 4-5 месяцев мне показатели все улучшились. Я перестал, значит, эту ночь вставать, перестал в городе платить за платные туалеты. И показатель, это ПСА, упал на 3,2. Это документально. Все документы у меня это есть. Я хотел вам показать. Все, хочу показать. И оказывается, пить его надо не так, как я пил, значит, этих пластмассовых бутылочек. Да пил там по глотку. Сейчас я знаю, как пить. И сразу пошел на поправление. По японской литературе, значит, узнал, что надо делать определенные движения, определенные упражнения, чтобы улучшить кровоборот на дне таза, значит. Я освоил 5 основных движений, и мне уже показатель уменьшился от 6 до 3,2. Надо учесть, что я 50 лет курил и 50 лет пил. Бросил курить, бросил пить. Трудно это, но удалось, слава Богу, удалось. И сейчас я чувствую себя гораздо лучше, чем в 2008 году, то есть 10 лет тому назад, в принципе. После 50-60 лет 80% мучается этой простаты. Мне 2 друга умерли от рака простаты, которым я вместе служил. Не только простата я мучился, простата была это невыносимо. А мне была аритмия, сердечная недостаточность, приступ аритмии. Сейчас их нет. Что-то печень всегда побаливала, значит, обращался врачам, тебе, значит, советуют, надо там вырезать какие-то желчные пути или желчный пузырь, значит. Я отказался и продолжался лечиться водой, потому что вода, по моему мнению, не имеет никаких побочных эффектов, как лекарство. Там написано, каждому десятому, значит, или высыпание, или понос, или что-нибудь такое. Если от воды есть какие-то побочные явления, то они только позитивные. Вот гибкость, я как почувствовал, значит, вот так хочу подтянуться, и руки сами уходят туда-назад, раньше не уходили. Если раньше спину было очень трудно почесать, там болит суставы, то сейчас, значит, я чувствую очень хорошо. Вот я могу продемонстрировать. Вот. Могу спокойно, значит, это соединять. Это как-то подвижный стал. И когда я шел эти занятия, значит, по подвижность усилил, сейчас чувствую гораздо лучше, чем раньше. Ну, конечно, семья все радуется. Ну, вы представляете, стал другим человеком. Так что никогда не поздно начинать, как в книгах написано, с табула раса, значит, то есть чистой доски. Вот я начал чистой доски, и сейчас чувствую себя не как 86-летний, а как, ну, скажем,
ну, по анализам крови и тому подобное, как 45-50. Вот так, такое самочувствие у меня. То есть вы 4 года назад начали, да? Я уже пил в 2012 году. Ну, не знал, ну, взял там Академию здоровья, там, значит, да, налили бутылку, значит, ходил, значит, пил, ну, пил по глотку, так, ну, ну как все пьют. Ну, здоровье никто не станет без физической, без движений, без физических упражнений. 5 этих упражнений, когда я тогда начал выполнять в 2013 году, я выполняю, в принципе, до сегодняшнего дня. Ну, не в таком уже лечебном режиме, значит, ну, режиме физзарядки, режиме бодрости. Вот первое упражнение такое, значит, присесть приблизительно на полуприседок, ноги вместе, и когда пузырь полный, когда страшно хочется, значит, это самое по-малому, тогда надо выполнять упражнение. Я начал с 20, а сегодня я свободно выполняю 60, 70, 80 раз беспрерывно. Идет массаж простаты в этом упражнении. И второе упражнение, чтобы усилить это оборот кровотечения, надо нагибаться одну сторону и другую сторону. При этом работа диафрагмы. Смысл какой? Загнулся, втянул. Здесь, ага. Втянул, выпрямился, надул. Да. И... А, понятно. Вот в таком режиме, значит, это самое. Хорошо. И все время. Третье упражнение. Опять дыхание и диафрагмы. Вдохнул, и живот, значит, притягиваешь к позвоночнику. И одновременно кишку тянуть к себе, внутрь. Угу. По японскому методу то же самое, только ноги держать вот так, руки держать над диафрагмой, и то же самое. Это все увеличивает кровооборот. Следующее упражнение. Руки рядом. Ноги, значит, на 45 градусов и до максимума. Норматив 40 раз 40 секунд. Ну ничего себе! Вы поражаете своей бойкостью. Я могу уже 80 раз это выполнять за 80 секунд. И последнее, которое надо, значит, в течение дня, сколько сил есть выполнять, это приседания. Ноги чуть-чуть шире, чем ширина плеч, и приседания. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Все. А как правильно топить воду? Как правильно пить? Правильно, воду надо пить натощак. Вот я стою утром и выпиваю сразу или два раза по 210, или два раза по 260 миллиграмм. Ну, то есть это сам бутылочки такие. Вот утром я пью, к обеду, ну, к второму завтраку, ланчу, значит, хочется кушать. Я опять выпиваю 200 или 260 миллиграмм этой воды. Обед, опять надо, захочется кушать, опять выпиваю 260 грамм этой воды и покушаю. Сколько ждете между водой и едой? Сколько должно пройти времени? 15-20 минут. Mm-hmm. Ну, по литературе, я же не ученый, я не знаю, но советуют 15-20 минут, уже желудок пустой. ВОЗ писал, значит, что надо выпить 30 миллиграмм на килограмм живого веса. Yeah. Мне было как-то 82 килограмма. Сейчас у меня остался 71. Mm-hmm. Я похудел за эти годы. Ну, чувствую себя лучше. Живота нету, пузо исчезло, значит, самое. Ну, главное, что еще осанка у вас такая. Хорошо не, сидите. Ну, потому что я по Бубновскому начал тренироваться. Я сейчас без физзарядки не стою. Я 2-3 раза в день повторяю этих упражнений, которые когда-то, значит, я выучил, значит, прерываешь от простаты. Потому что дело в том, что простаты же нельзя вылечить так, как, скажем, насморк. Да. И, ну, и насморк повторяется, если простудишься. А в годами же эти все сосуды уменьшаются, капилляры тоже, значит, и надо поддерживать. Самое главное, все зависит не от этого. Самое главное зависит от скорости кровообращения. Угу.
по большому и по малому кругу. Если она будет все время, значит, крутиться, значит, ну, скажем так, по литературе говорят, ну, рожденный ребенок там до 4, до 5 лет, весь организм изменяет за 28 дней, ну, за 29, за один лунный цикл. А в моем возрасте уже, наверное, за 3 месяца, потому что все процессы уменьшились. Ну, их надо поддерживать. Раньше мне была какая-то усталость и тому подобное, сейчас ее нет. В свои годы я сплю ночью там 5-6 часов, ну и днем еще какой-то часик-полтора. Я купил вот все приборы, которыми я могу этот редокс-потенциал измерить. И pH могу измерить, это от льняного масла. Наполняю вот эти бутылочки с агрегата с горкой. То есть, видите, значит, это самое, значит, горкой наполняет, чтобы, потому что воздух, этот углекислый газ закисляет. А если вы вот горкой наполните эту бутылку и закроете пробкой, вот такие бутылки мне хранятся, значит, до 4 суток. Еду в город, я беру 2 такие бутылки или такие бутылки, это, значит, сразу, значит, как взял, как приложил, так сразу выпил. Ну вот, вот так взял, значит, аж троллейбусы, значит, летом все пьют. Я... И бутылку обратно в сумке. Тогда эта вода помогает. Пить надо столько воды, чтобы моча была совершенно белая и прозрачная. Если она красится хоть чуть-чуть, это сигнал, это по-японскому, по японской системе. Если моча красится, хоть там соломенный или янтарный цвет, это уже сигнал то, что организму не хватает воды для вывода тех остатков, той золы, которая, значит, осталась или от селедки, от капусты, значит, или от хлеба, или от любой пищи. Но если уже мучает жажда, то это последний сигнал организма, что воды явно не хватает. А если, значит, воды не хватает, то есть все остатки. У нас же, в принципе, как атомная станция, значит. Мы можем выпить кока-колу, которая, значит, 2,4 pH, то есть кислый продукт. Эта кислота оседает в самых слабых органах, по моему мнению. Сейчас вы себя чувствуете лучше, чем 10 лет обратно? Конечно. Конечно, это местный кондакар, смотрите. Это я не мог, я трудом сказал. Но это я почувствовал тогда, когда я начал пить воду на второй год, пить этой воды. Вот. Абсолютно истины нет. Те, которые не верят, пускай не верят. А кто их заставляет верить? То есть воду мы употребляем, почему? По моему убеждению, чтобы выводить все остатки, которые получаются при работе, сжигаешь дрова, получается зола, пепел. Вот съешь картошку даже или кашу, так и так есть остатки, их надо выводить. А помогает выводить вода без каких отрицательных побочных явлений. Как так, это? А почему не пить просто обычную воду? Обычная вода. Вот когда я купил эти приборы, я вам показал приборчик, это самое, который определяет ОВП, то есть этот редокс-потенциал, потому что вода не содержит этот самый редокс-потенциал, то есть в основе. Там кластеры молекул совершенно другие нашей воды, они по 14, по 16, их надо делить. Организм тратит энергию на это. В первую очередь страдает сердце, повышает давление и тому подобное. А сейчас мне давление, значит, можем промерить. Мне не больше, чем 130/75, на 80. А было как-то 160. Лежал в больнице 2 раза аритмией. Я освободился от этой проблемы благодаря своему желанию и своим стараниям. Ну, есть люди, которые вот пьют эту воду и курят, и выпивают, и тому подобное. И не отказываются от кондитерских изделий. Может быть, они моложе. Может быть, у них не такой стадии, как у меня стадии даже рака уже, значит. Ну, мне профессор Линарс такой, значит, сказал, что ты 50 лет курил, я посчитал так 40 или сколько тысяч сигарет, выпил, наверное, цистерны водки,
хочешь прийти ко мне, получить, значит, одну упаковку таблеток и стать здоровым. Это не бывает. Чудес не бывает. Надо стараться как-то иначе себе поправить. Мне это удалось, и я очень рад, что есть такая вода, что есть такой завод. Сказать я могу только то. Пейте воду и наберите, значит, силы воли, чтобы улучшить свое качество жизни. Я вам скажу еще одно. Когда я уже пришел этим результатом и перестал, значит, это самое, всех будить, у меня была большая квартира на Бикернеке, где почти вся семья жила, я разменялся, значит. Когда я перестал ночью всех будить и бегать в туалет, значит, это все выйдет, начался ажиотаж. В принципе, я покупал для семьи, и семья покупала 5 этих, а по моим наводкам, значит, знакомые, всего, значит, нашим накатывали, приобрели 11 этих агрегатов, ионизаторов воды, значит. Все пьют и все рады. Напоминаю, 86, 1 месяц и 15 дней сегодня исполняется. Аритмия исчезла, это самая простата, значит, уже не мучает, отдышки никакой нету. Приседать могу, значит, ну, на соревновании раз в 50, я вам показал только 14, я могу 50 раз, ну, без особых усилий. Сердце уже, значит, не выходит. Таблетки пьете? Не, не пью. Почему мне отравляться? Почему мне понос или высыпание на коже? Для чего мне это надо? Я жду, когда волос отрастет, авось. Я еще раз призываю, мужики, отзовитесь, собирайтесь, улучшайте свое качество жизни. И тогда и жена будет любить. Сейчас очень многие мучаются импотенцией, значит. Никогда не откажитесь от секса. Было это самое 60 или 60 или 70. Спасибо.